как ветер дует. Пока родители этих малышей, самым маленьким из которых всего 1,5 года, на работе чадо под присмотром опытных педагогов. В компании сверстников дети чувствуют себя прекрасно. Много игрушек, развивающие развлекательные программы. Это и многое другое предлагает горожанам дошкольное подразделение школы номер 23. Не первый год наше учреждение принимает с удовольствием детей из других микрорайонов города. Поэтому приглашаем всех желающих, которые хотят посещать наш детский сад. С вашими детьми будут работать квалифицированные педагоги, 18 из которых имеют первую квалификационную категорию. В то время как детские сады в центре города переполнены, здесь, в тихом спальном районе, пустуют сразу 3 группы. Они готовы хоть завтра принять 40 малышей от 1,5 до 3 лет и 45 ребят постарше. Родителей, вероятно, пугает некоторая отдаленность Маховой Пади. И зря. Автобусы здесь ходят стабильно и часто. Подобрать удобный рейс труда не составит. Ну, изначально мы садик, как бы просили детский сад в городе, но нам путевку временно дали в этот детский сад. Мы, проездив сюда на автобусе 2 года, решили отказаться от городской путевки, так как нам в этом детском садике все нравится. И воспитатели хорошие, условия как бы получше, чем там, ну, как говорят. Условия здесь что надо. Все нормы соблюдаются, группы уютные, участки удобные, но самое главное – чистый воздух. Оба дошкольных корпуса находятся вдалеке от оживленных автодорог и предприятий. Все мне нравятся и воспитательница. И мне очень нравится в садике. И я очень люблю садик. Я очень-преочень люблю садик и в него хожу каждый день. Ольга Туманис, Михаил Ивличкин, программа «Город».